Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, и сегодня я вам покажу и расскажу о таких вот футболочках, которые очень интересно, пересорт у них произошел, поэтому слушайте внимательно. Это новинки каталога 14-2023, называется «Базовые цвета. Идеальный выход». То есть они идут на странице русского каталога 254-255. Ценник у них довольно таки прикольный, классный, но что-то вот тут немножко пошло не так. Вы уже ранее в видео видели, что размером XL футболка мне сидит отлично. И вот сейчас на мне опять-таки размер XL. Артикул 870-112. А вот 2XL мне была очень сильно мала. И даже моей дочке в обтяжку. То есть, таким образом, я понимаю, был сильнейший пересорт. И из этого вот так вот получилось, что размер XL, как бы он как шел, так и идет размер. Сейчас на мне футболка женская, цвет винный, артикул 870-112, 92 хлопок, 8% эластан, артикул 870-112. Отличная футболка, мягкая, клевая, классная, приятная, средней плотности, очень хорошего качества, такая же, как «Вдохновляю на лучшее». Кто брал вот эту футболку «Вдохновляю на лучшее», вот такая же плотность, хорошая, прямо здорово. Она идет как бы не полуприлегающего силуэта и практически, видно? Да, это все видно. И практически скрывает даже попу. Вот такая вот длинная, удобная. То есть ее удобно будет в штаны заправлять. Следующая футболка, артикул 870-106, размер XL, 92 хлопок, 8% эластан, цвет синий. Да, черная я тут не буду снимать, а вот цвет синий сниму. Точно такая же, одинаковая, очень темно-синяя. Следующая футболочка женская, цвет молочный, размер XL, 92 хлопок, 8 эластан. Обычная, прямого силуэта, такая же футболка, как и те предыдущие. И для меня она белоснежная. Не знаю, где тут чего молочного, но кажется белой. Также футболочка long sleeve с длинным рукавом, тоже прямого силуэта. Такая очень даже, я бы сказала, симпатичная. Мне кажется, такие футболки, они подойдут ко всему. И к пиджаку, и к жилетке, вот что-то такое вот. И как самостоятельная носка, и заправить джинсы, и вот так на выпуск носить. Цвет, честно скажу, мне не очень нравится, но в принципе нормально. Артикул 870-136, размер XL, хорошо размер идет, 92 хлопок. 8% эластан. Опять лонгслив, цвет молочный, размер XL, 92 хлопок, 8% эластан, артикул 870-130. Лонгслив в винном исполнении, артикул 870-142, тоже XL, 92 хлопок, 8 эластан. Ну и точно такие же футболки, как и предыдущие, только, к сожалению, они мне малы, хотя пришли размером 2XL. 92 хлопок, 8% эластан, значит 2XL белая, цвет молочный, 870-047. Отличная футболка, Катюшка ее себе оставила, 2XL, да, который на меня вообще никак. Это ML, даже не L, это M. Вот, ну и такая же черная, Катя любит черная, артикул 870-040, размер XL, 92 хлопок, 8% эластан. То есть вот этот XL мне получается маловат, а вот этот 2XL мне тоже маловат. Вот знаете, тут пересорт страшенный, но слава богу в компании 14 дней, ну в общем вы приходите на ПВ, вы можете примерить или дома забрать, примерить и в принципе оплачивать или не оплачивать эту вещь, или вернуть ее в течение 14 дней, то есть баллы пойдут минусом, если заказ оплачен. То есть есть частичный выкуп. Футболки классные, мне кажется, что компания уже это все исправила, все эти пересорты, и все будет хорошо, и будет здорово все приходить. Но пока что за несколько дней до начала каталога вот такая дилемма. Так, еще вот такой очень красивый цвет 870-059 2XL. Ну, сами видите, это не 2XL, да, то есть это L. Вот, и такая вот XL, просто XL, но она такая же, как L, и она мне тоже маловато. 870-064.
Я ничего не понимаю. В общем, все, из одежды все. Переходим к другим новинкам. Вот такая куча еще новинок. Часть вторая. Тут вот очень много всего. Ну что ж, переворачиваем коробку. Целая куча мала, и носки, и парфюмы, и еще тут губки, и все такое прочее. Давайте же с вами смотреть. Самой очень интересно. Итак, у нас произошло обновление ультракондиционеров для белья. Суперконцентрат, ультракондиционер для белья, ароматерапия, 3 в 1. Артикул 308-55. Называется розовый бархат, как и раньше. Давайте посмотрим консистенцию. Ну, это такая совсем водичка, он не густой. Ой, запах обалденный, мне все нравится пока что, все здорово и круто. Что нам обещают? Особую заботу о тканях, яркий цветочный аромат с благородными нотами мускуса и розового масла. Да, действительно, аромат очень приятный, очень классный. Так, следующий, это не VIP новинка, я заказала себе вот такой вот концентрированный гель для стирки деликатных тканей. Он сохраняет волокна и свойства особых тканей, защищает цвета и форму изделий и эффективно удаляет любые загрязнения. Вот такой вот он густенький, смотрите-ка какой, да, то есть такой вот прям густенький. Запаха у него практически нет никакого. Это не новинка, у меня он действительно кончился-закончился, и без него очень сложно постирать какие-то гипюровые халатики, пуховики, спортивную какую-то нежную одежду. Конечно, без него очень плохо и тяжело. Далее в этой кучке мы нашли ультракондиционер 0+. Он идет дерматологически проверенный, называется пудровая свежесть для детской чувствительной и атопичной кожи. Это изумительная мягкость и нежность тканей. Давайте же посмотрим, вот он такой по консистенции. Вот. Ой, такой же, слушайте, запах, такой же, как и был. Вот этот запах очень приятной свежести, который мне безумно нравится. 308-56. Дальше, вот еще такой кондиционер «Мелодия солнца». Он у нас тоже был. Тоже идет суперконцентрат. Это сохранение цветов и красок, восстановление волокон тканей, защищает одежду от старения. То есть они у нас, видите, какие все разные, да? Все разные. Ну да, такой же солнечный аромат, очень приятный, кстати, не бьющий в нос, он один из самых, наверное, таких нежных и скромных. 308-51. Так, далее откопала чек на 13 тысяч рублей, это автозаказ, тут футболки как раз таки, футболки женские, кейсы для презентации и так далее. Такой здоровый чек. Дальше еще один ультракондиционер для белья, я помню, в прошлый раз он мне не очень понравился, ну такой сносный аромат, но понравился меньше всех. У него идет особая защита о тканях, мягкость и роскошный восточный пряный аромат с нотками амбр, сандала и ванили. Ну, слушайте, что-то он мне в этот раз очень даже приятен. Может быть, сандал немножечко подубрали, но как-то вот он вроде бы стал мягче и лучше даже. Далее откопала в своей коробочке вот такую вот новую классную ламинирующую систему. Это действительно абсолютно новая новинка в компании Faberlic, такого еще не было. Это трехэтапная ламинирующая система. То из чего состоит? Во-первых, это ламинирующий шампунь, первый шаг программы, созданный для придания волосам идеальной гладкости, как после ламинирования. Ну, могу сказать, что он очень сильно пенится, прямо очень сильно. И очень хорошо промывает волосы, но я все равно мою голову всегда два раза. Это, во-первых. Во-вторых, у него яркий такой смелый аромат. Вот, он очень мягко очищает, но хорошо подготавливает волосы и усиливает сияние волос, делает их более мягкими, шелковистыми. Действительно, вот знаете, бывает, в шампуне помоешь голову и как будто вот мочалка на голове. Нет, тут такого нету, никакой мочалки, уже сам шампунь справляется. Артикул 10.0.83, тут у него прям подробная такая вот аннотация. У него идет накопительный эффект. При регулярном комплексном использовании всех средств программы волосы становятся заметно более гладкими и послушными. И также он подходит для всех типов волос. Это очень хорошо, что вся программа подходит для всех типов волос. Также он содержит гидролизированный шелк. Вот такой вот он, жемчужный, очень такой красивый, приятный. Но я им уже попользовалась не раз, поэтому вот у него такая вот не очень опрятный уже, да? Не очень опрятный вид, но я думаю, вполне сносный. Обладает пленкообразующими свойствами, которые позволяют создавать защитный влагоудерживающий слой. Мгновенно улучшает внешний вид. Ну да, но я отдельно его вот так вот не пробовала, чтобы помыть им голову, подождать, пока высохнет и посмотреть, что получится. Я все-таки сразу голову помыла, потом бальзам, потом средство. И второе, у него в составе идет биотехнологический комплекс, который эффективно
действительно укрепляет корни волос, заряжает энергией и обеспечивает питание волосяных фолликулов. С шампунем разобрались, шампунь безумно понравился, здорово и классно. Второй шаг идет ламинирующий бальзам маска, она называется жидкий шелк с артикулом 189. Этот бальзам маска обеспечивает интенсивное кондиционирование, действительно так, надежно защищает от электризации, пушистости и спутывания. Да, действительно подтверждаю, дарит волосам интенсивный блеск и сияние. Да, поблескивают, особенно вот свои, которые у меня отросли уже, они прям вообще как зеркало были. А дальше глубоко увлажняет, насыщает питательными веществами, это я не могу сказать, но да, волосы менее пушистые, что ли, стали. Так, накопительный эффект у него такой же, как у шампуня, и также он подходит для всех типов волос. Тоже содержит гидролизированный шелк и обладает пленкообразующими свойствами, которые позволяют создать защитный влагоудерживающий слой и также биотехнологический комплекс, как и в шампуне. И последнее, не показала вам его, да, то есть как он выглядит, такой вот он, хорошенький, густенький довольно-таки, когда вы смываете, волосы такие слизенькие, приятные. В общем, мне очень понравилась эта линейка, очень. Самое последнее, это ламинирующий гель-филлер. Артикул у него 10.085. Тут, конечно, мелко, не знаю, сфокусирует камера или нет, вроде бы фокусирует. Значит, он заполняет микротрещины и запечатывает секущиеся кончики, мгновенно улучшает внешний вид волос. Далее он обволакивает поверхность волоса, то есть он такой вот уже, видите, не жидкий, не густой, такой вот прям. Но если его вот так сделать, он потечет, да, видите, слегка течет. Тоже ужасно яркий такой аромат, вкусный, мне очень нравится, сладкий такой, приторно-сладкий. Дарит прядям роскошное сияние и непревзойденную мягкость, да. Обеспечивает укладку волос, да. И накопительный эффект также идет и подходит для всех типов волос. И также идет гидролизированный шелк и биотехнологический комплекс. Очень понравилась линейка, рекомендую. Прям на высоте. В этот раз прям на высоте, я прям в восторге, прям очень понравилось. И перейдем с вами к портативному ирригатору для полости рта. Там. Я уже его немножко тут пораспечатывала, поразбиралась. Он даже такой полузаряженный пришел, что очень-очень приятно. На нем была такая маленькая тоненькая пленочка. Он очень хорошо подойдет под какой-нибудь подарок, потому что упаковка сама по себе красивая, но без ценников, без всего самое то. Что нам говорят? Так, значит, вот книжечка тут есть. И в этой книжечке можно посмотреть. То есть, что тут есть? Угу. Я надеюсь, вам удобно читать. Ну, кто с компьютера, тому точно удобно читать. Вот я прям все-все-все сейчас вам залистаю, что нужно. Я так понимаю, аннотация не полностью на русском языке, а может и на русском. Все светодиоды мигают, индикация уровня заряда. То есть тут вообще все есть, видите? Прям все есть. Да, экструции по эксплуатации, наверное, все. Там уже английский начался, да? Вот, N. Угу. Вот, то есть до сюда. Я буду очень надеяться, что вам видны буквы, и вы можете посмотреть, кому нужно поставить на паузу, посмотреть, да, чтобы вот время обзора не терять, все это зачитывать. Значит, артикул 910-425 открывается. Тут у нас была проложена вот такая вот штучка сверху. То есть вот так вот она сверху лежала. Потом, значит, сам ирригатор идет в пакетике. К самому ирригатору еще идут комплектующие раз и... Угу. Сейчас достану. И комплектующие 2, и там дальше тоже такая вот мягкая штучка, которая не дает ему разбиться. Без штепселя, просто вот зарядка. Да? Ну, зарядка обычная TFC, что очень даже радует. То есть от Samsung тоже подойдет. Не обязательно ее куда-то втыкать. Тоже здорово. Дальше, значит, что у нас тут идет? Первый раз при вас открываю. Так, ну, это, наверное, штучки, которые вставляются в ирригатор для того, чтобы уже промывать. Одна беленькая, другая синенькая. Угу. На мой взгляд, на первый взгляд, они обе очень даже одинаковые. Ну что ж, давайте посмотрим сам ирригатор. То есть они полностью пластиковые. Так, посмотрим сам ирригатор. Это, наверное, чтобы вдвоем пользоваться или на два режима, не знаю. Значит, вот ирригатор выглядит таким вот образом. Он идет резервуар на 300 мл. У него идет зарядка от USB, но в комплекте только шнур. Быстрая полная зарядка за 180 минут. До 30 дней работы без подзарядки получается. Две сменные насадки в комплекте. Также есть влагозащита. Можно использовать прямо в душе, что очень приятно. Три режима работы. Нормальный, мягкий и пульсирующий.
ремонтирующий. Также он компактный. Ну, насколько компактный, я не знаю, какие должны быть ирригаторы. Я других не заказывала ни разу и не могу сказать. Значит, вот у нас тут зарядочка идет. На самом деле, открывается он тоже легко, удобно. Вот. Ирригатор – это вообще такая штука, что пульсирующая струя воды массирует десны, что является профилактикой пародонтита, пародонтоза, гингвита. И причем он компактный, удобный и заявлено, что он будет эффективно очищать зубы. Да, то есть, ну, межзубное пространство, скорее всего, вот так вот, да. И он справляется с теми задачами, которые не под силу зубной щеткой, эффективно очищает пародонтальные карманы, удаляет налет и остатки пищи между зубами. Незаменим для тех, кто носит брекеты, протезы, коронки, виниры, импланты. Вот скоро меня ждут импланты, поэтому, ой, боюсь, но что делать, хочу попробовать. Так, значит, что мы будем делать? Давайте, поехали. Значит, вставляется легко, много ума не нужно, ворочается. Отлично. И та-дам-да-дам. Так, включили нормальный софт и пульс. Значит, софт и пульс пульсирующий. И поехали. То есть он будет промывать. Если мы включим нормальный, то он просто промывает без пульса. И софт полегче. Кому вот, если вдруг больно, еще что-то. То есть таким вот образом. Так, и доставать, наверное, нажимаем, и оно достается. А вставляется, можно, наверное, не нажимать. Вот такая вот штучка. Ну, думаю, будет удобно. Вот. Ну что ж, хорошо. Я рада таким новинкам компании Faberlic. Очень даже оригинальные, классные новинки. Так, бежим дальше. Значит, у нас с вами появился Силен. Это просто супер вещь. Так, ну вот я сейчас смотрю, это биологически активная добавка пищи Силен стоимостью 666 рублей. По цене каталога 899 рублей, пока он идет в статусе VIP. Значит, Силен, он необходим для жизнедеятельности организма, как элемент, важный для антиоксидантной, иммунной и детоксицирующей систем организма. То есть он защищает организм. Так, как же его открыть? Господи, какой он тугой, да? Так, значит, защищает организм. И мы получаем селен с пищей, но вследствие неправильного питания, стрессов, плохой экологии, нуждаемся в дополнительных источниках минерала. Вот, то есть такие вот капсулки. Их тут 60 штучек по 2 капсулы содержат 70 мг селена. Он поддержит здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной системы, защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Так, давайте с вами проведем эксперимент, чуть-чуть вывалим, я вам покажу. То есть он идет, видите, в прозрачных капсулках таких. Ну, одну откроем, да. Дальше, укрепляет иммунитет и способствует здоровому росту волос и ногтей. Я очень часто смотрю нутрициологов на ютубе, и они говорят, что без селена даже не похудеть. Вот даже как, без цинка и селена. Поэтому такой порошочек. Угу. То есть и вот она, пустая капсулка осталась, и вот такой вот порошочек. Запаха у него вроде бы как вообще никакого нету. То есть это беленький такой хорошенький порошочек. Угу. Вот и весь силен. Есть какой-то легкий привкус чего-то там, да, то есть не сильный такой. 158.06. Очень счастлива, что я сейчас с Вальберис уйду в свою компанию и буду покупать селен в компании. Потому что селен мы пьем уже около 2 лет. А срок годности у этого селена 3 года прямо. То есть вот такая вот красота. Будем пить, будем принимать. Дальше. Это не новинки. Значит, 8-й элемент – спорт. Я заказала по акции для распродаж, для всего. То есть дарить консультантам. 32-30, скоро у меня форум. Далее валькирия. Такой нежный, звездный такой аромат. Северный, я бы сказала. 33-58. Веси. Очень вкусная водица. Нежная, невесомая. 33-60. Так, каори. Яркий, но очень нежный такой женственный аромат. 30-18. Больше свежести, чем, ну, такая, знаете, свежая сладкость, свежая очень. Дальше, Fiesta Divita, это 100 лет не заказывала, искристый, очень приятный аромат, артикул 30-23, прям искринка такая, вот даже хочется сказать, как шампанское, как будто, да, то есть игристая такая, клевая. Так, Siberian Fir, это масло пихты сибирской, обязательно 13-45 беру, оно натуральное. Дальше, масло чайного дерева, Teatriu, 13-44. Дальше, вот такая вот водица Blockbuster by Faberlic, тоже очень вкусная, приятная вода, 32,77, мужская. Так, это мой огромный чек,
Господи, с какой стороны начнем-то? Да, вот так вот Кононова Анна Анатольевна назаказывала маски освежающие, ночные фитокремы и так далее. Ну, в общем, я вот так вот вам быстренько покажу. Некоторые обижаются, что я чеки не показываю. Вот это вот мой чек, пожалуйста, что сколько стоило. Вот. Дальше, значит, сумма получается под расчет 34 тысячи рублей, скидка 24 тысячи рублей, а все было бы по цене каталога, если бы я это брала у кого-либо из представителей, 44 527 рублей. Баллов, наверное, 979, если я не ошибаюсь, или 800, там не пропечатано, как обычно. Вот. Далее у нас с вами появился иронхелат, это железо. Тоже стоит 666 рублей. Ну, что такое анемия? Я думаю, никому не надо рассказывать. Значит, он поддерживает в норме уровень ферритина и гемоглобина в крови, снижает риск развития анемии, повышает работоспособность и уменьшает усталость побочных эффектов со стороны ЖКТ, не вызывает вздутия, запоров, диареи и также не влияет на уровень кислотности желудка, нам заявлено. Тоже такие вот капсулки, да, то есть, ну, такие же, да, то есть, я думаю, смысла нет открывать. То есть, видите, да, там порошочек внутри. Да, то есть обычные не такие. Вот. Оптимальная дозировка 10 мг в одной капсуле и 60 капсул в упаковочке. Содержание суточной дозы 2 штучки нужно принимать в сутки. Так же, как и селен по 2 штучки в сутки. Ну, значит, 60 штук по 2 штуки в сутки. Это у нас, получается, на месяц хватает. Вот такая классная штука. Я очень вообще рада, что у нас появляются БАДы все больше и больше. Дальше. Это я выполняла квесты. Это еще масло, да, то есть выполняла квесты. Очень рада, что могу участвовать в поездке на Египет. Так, артикул 0844, такая красота. Это гидрофильное масло, очень его люблю, здорово и классно. Так, туалетная вода Валентин Юдашкин, мужская, 37,62. Вот единственная, наверное, вода, которая меня раздражает. Я не люблю этот аромат, ужасно не люблю. Я, извините меня, те, кто любит, пожалуйста, но я прям, он мне очень сильно не подходит, он меня раздражает. Он до безумия какой-то вот такой, знаете, вредный и сладкий. Какой-то вот прям сладкий и неприятный аромат для меня. Но у меня его очень любят и свекры, и все остальные мужчины такого уже возраста за 40. Вот, поэтому 32,67 это у меня в подарок. Далее, ну и третий элемент Айсеула с артикулом 0875. Это очень крутая штука. Это гель-трансформер для лица. Перед макияжем самое то им увлажняться. Да, при вас открываю. Смотрите, сейчас маленькая капелька. И он просто потек. Почему потек? Потому что он превращается в воду и очень хорошо увлажняет лицо из-за того, что превращается в воду. То есть он мгновенно растаивает, вот как вы видите, и превращается в водицу. Вот она водица, и потом эта водица уже впитывается, получается, да, таким вот образом. И макияж получается бомбезный, свежий, отдохнувший, благодаря вот этому вот средству, которое я очень люблю, после масочки, да, протереть личико и нанести вот это вот увлажняющий гель-трансформер, который идет действительно с невесомой текстурой, у него очень хороший аромат, и он при соприкосновении с кожей, как вы увидели, превращается в воду, которая мгновенно освежит и щедро увлажнит, восстановит водный баланс. Водный баланс – это залог очень хорошего макияжа и вообще просто красоты. Вот он уже практически впитался. Ну, то есть вот он, запах очень нежный, такой зеленой травки, что ли. Мне очень нравится. Далее, бонус за покупку кисть Кабуки. Очень мне нравится эта кисть. 910-139 артикул. Огромная, пушистая, классная кисть, которая делается контуринг на раз-два. В общем, ей все делается на раз-два. Она прям очень густая, классная и клевая. Так, дальше побежали. Вот такая вот куча зубных паст новых. Это все разные зубные пасты. Так, моя самая-самая-самая любимая, скорее всего, живица. Живица кедровая. Да, вот она, зелененькая. Просто ее обожаю, она вкусненькая. Прям не могу, очень вкусно. Артикул 29-27, хорошо пенится. Идет как кислородная профилактическая, свежесть не ядреная, да, не термоядерная, как вот я не люблю. Артикул 29-27, живица кедра. Вот эту пасту я держу первый раз в руках. Зубная паста для всей семьи, мисвак и мята. Слушайте, прям хочется попробовать. 29-36 артикул. Такой у нее серый, интересный, да, цвет. Смотрите, прям серая такая. Так, да. Есть, знаете, есть какой-то мне неприятный привкус. Вот, для чего она идет, давайте-ка с вами прочтем. Оптимальный баланс микрофлоры, полости рта и комплексный уход. Очень интересно.
Но еле-еле уловимый есть какой-то вот привкус, наверное, этого вот мисвак или мисвака. В общем, 29-36. Далее, мягкое отбеливание. Очень нравится эта паста, она действительно практически не скрежечет по зубам. То есть такая вот она легкая, приятная пасточка. И она идет в средней термоядерности, хотя довольно-таки ядреная. Не всегда ей хочется чистить зубы. Вот артикул 29-28. Бережное отбеливание, комплексный уход. И она такая ближе к термоядерной, как я смеюсь, да, как я называю. Дальше, зубная паста экстра свежесть. Терпеть ее тоже ненавижу, но очень любит моя дочь старшая. Артикул 29-26, поэтому, ну, вот так вот приходится покупать. Вот, ну, что она обещает? Свежее дыхание на весь день и комплексный уход. Она безумная экстра свежесть, поэтому мне не нравится. Я не люблю такие, что прям, знаете, чтобы во рту щипало до невозможности, там, фу, я это не люблю. Дочка у меня любит. Дальше, значит, старшая, я имею в виду, младшая тоже не очень любит. Лечебные травки, укрепляющие действие у этой пасты. Если тут пролонгированное действие, то есть мягкое отбеливание – это здоровая белизна. Мисвак – это забота о зубах и деснах. Живица кедра – это комплексный уход, как тут интересно, да, то это пролонгированное действие. И лечебные травы, укрепляющие действие. Я думаю, что всем все понравится. Вот что-то этот мисвак не очень-то и вкусный. Так, далее опять селен. Опять очень много, очень-очень много всяких вот этих вот масел. Я их использую везде, могу и в шампунь капнуть, могу не только в шампунь, но и в аромадиффузор. Вот, в аромадиффузор или в увлажнитель, то есть как захочется. Это тоже была очень хорошая скидка. Dream Therapy серия, аромат мелатонина, который приносит умиротворение тому, кто его нанесет на себя. То есть такое вот маслице, нежное, аккуратное. Ну и кто хочет успокоиться, пожалуйста, смазывайте себе за ушками зоны, да, где пульс бьет, как вот духи наносим, и будете постепенно быть более спокойными, чем есть на самом деле. На сон не тянет, артикул 1269, просто умиротворяет. Вот такие вот клевые штучки я взяла, по-моему, да, по распродаже. Так, это у меня лимон, артикул 1340, тоже эфирное масло лимона. Это я не удержалась в бонусах за покупку, заказала такую вот зубную пасту, хотя потом увидела в VIP-новинках эти зубные пасты и решила, что надо удалить, но забыла удалить, но я ни за что не пожалела, что я ее забыла удалить, хотя теперь зубных паст мне больше года, наверное, не пригодятся. Вот, очень вкусная зубная паста, алтайский прополис, называется артикул 20 тысяч, вот, я ее получила первый раз в Таджикистане, божечки ты мой, я ей пользовалась весь Таджикистан, я ей пользовалась, из Таджикистана мы уехали в Калининград, вдвоем с мужем, и так и там оставили, очень вкусная зубная паста, но там уже чуть-чуть совсем оставалось, в общем-то, да, зачем лишний багаж в самолет, вот это все переплачивать и так далее. Ну и давайте будем с вами заканчивать, потому что тут у нас новинки. Пошли еще, да, новинки. Новинок будет много, поэтому последнее все, что я вам расскажу. Ой, куча носков, губок, в общем, чего только нету. Последнее, что я вам расскажу, это палета для лица Glam Team. Вот смотрите, я тут последний раз, когда ее увидела, я поняла, что вот этот цвет слегка видоизменен. Да, то есть он был ранее более яркий. Поэтому, кто раньше заказывал, да, вот этот цвет, он немножечко стал другим. Ну, я себе ее взяла, но мне он даже нравится больше. Да, то есть намного как-то вот лучше, что ли, симпатичнее. Вот этот точно такой же остался, то есть такой вот зеркальный. Я его очень люблю наносить на верхнее подвижное веко, неподвижное вернее, и хайлайтер тоже великолепный. И бронзер тоже, так, где мне взять свободный палец? Да, и бронзер тоже ничего. То есть все отлично, здорово, это для блондинок. Если человек слишком смуглый, то я не знаю, сколько нужно нанести, потому что оттенки светлые. Да, то есть она не всем подходит, но мне она подходит идеальнейшим образом. Значит, артикула на ней на самой нету. У нее, кстати, большое, очень хорошее зеркало. Это я выполняла квест, да, очень хорошее большое зеркало. Артикул 64-33, очень классные тоны. Оттенки просто безумно здорово смотрятся. Мне нравится. Я ей целиком могу сделать макияж, если он дневной, если он легкий, да, просто сделать им контуринг, оттенить тени веки, а вот немножечко блесточек всего добавить. И единственное, что остается, это чуть-чуть по ресничкам туши, и все, я побежала, я красотка. Да, одну убираю в запасники, а вторую палетку вот уже открыла, потому что предыдущую уже пора в пустышки отправлять. Ну что ж, еще с меня будет сейчас один обзор для вас.